Вот как мы сейчас в сеансе почувствовали, да, такое соединение с Высшим Я, когда у нас развивается ясновидение, экстрасенсорика, у нас вот это чувство всегда есть соединенности с Высшим Я. Вот это чувство, что рядом со мной есть мои духовные проводники, что между нами есть диалог, что они нам подсказывают что-то, что я это слышу, что вот это, как бы, знаете, такое ощущение, что со мной все время Вселенная разговаривает, да, то есть какие-то знаки, какие-то ощущения, да, что вот я иду правильным путем, это очень поддерживает, в принципе, да, вот на пути. Это не значит, что вся ваша жизнь будет шоколадная, и вот только-только, что вы захотите, но это значит, что всегда будет чувство, что вы делаете правильно, да, потому что вот когда, как такой слепой котенок, когда вы не видите всех вот моментов, да, что есть на тонком плане, то у нас такое ощущение, что вот куда-то я рыпаюсь, а куда, вот непонятно. Вот сейчас я начинаю что-то делать и бросаю, потому что вижу, что не получается. И очень часто люди, у которых нет вот этой соединенности с своим Высшим Я, они не могут довести до какого-то результата свою деятельность, потому что очень быстро они сдаются, потому что вот нет вот этой веры, да, что я делаю правильно, что это мое, что мне нужно просто вот больше усилий в этом, что мне нужно вот что-то развить в себе. Очень часто бросают, потому что порыпались в одну сторону, ой, что-то не то, в другую, ой, что-то не то. И наоборот, если ты видишь свою жизнь, видишь, куда тебе развиваться, ты не будешь делать лишних движений, лишних шагов, которые не являются своим предназначением. Это очень сильно помогает, очень сильно экономит время, очень сильно экономит ресурс. Вот я, допустим, с помощью ясновидения выбираю там в своей жизни какие-то важные вещи, практически все, да, то есть там с кем мне по здоровью консультироваться или, допустим, в какой нам дом переехать лучше или в какой там, с каким человеком делать партнерку какую-то, да, взаимодействие. И вот это все приятные бонусы на самом деле, но по большей части вот, мне важно именно вот это ощущение, что я иду своим путем, и даже если он не идеальный, может быть какой-то сложный, да, даже местами, но я чувствую вот это удовлетворение. Да, наверное, это самое главное для меня, то, что я чувствую от ясновидения, от развития в этом вопросе. Напишите, пожалуйста, как ваши ощущения после сеанса. Так, очень почувствовала прям поток энергии. Сразу умиротворение, уютно стало. Благодарю, Аленочка. Спасибо, мои хорошие. Если вы не знаете, с чего начать вам в сторону ясновидения идти, напишите мне, и мы с вами решим, с чего вам лучше начать, потому что у каждого есть свои какие-то задачи в жизни с точки зрения, у нас вот очень связано это, да, с теми вопросами, которые у нас есть в жизни. Как я уже сказала, нам может жизнь показывать там, через какие-то события, что вот стоит сейчас развиваться в сторону своего предназначения. И здесь очень важно увидеть, исходя из вашей картины, из вашей жизни, что в вашей жизни происходит, чтобы понять, какие дальше шаги вам важно делать в своем развитии, и это не обязательно экстрасенсорика, это может быть что-то другое, да, то есть у каждого свой какой-то индивидуальный какой-то случай, индивидуальная жизнь, индивидуальное предназначение, и я буду рада с вами лично пообщаться для того, чтобы почувствовать, да, увидеть, что вам сейчас важно развивать. Благодарю вас, мои дорогие, спасибо за эфир, спасибо за сеанс.